Сегодня будем обшивать вот такой большой дом. Углы вокруг окон техноплексом. Штукатурить их, красить. И затем красить стены. Павел вот у нас будет нарезать пеноплекс. И старые углыки пластиковые декоративные будут откручиваться. Там зазорчик будет пропениваться пеной. Затем на 15 сантиметров крепится пеноплекс на грибки к шиферу, на шайбы с саморезами. И после этого натягивается сетка и штукатурится уже под покраску. Убрали уголок декоративный. И сейчас будем все продувать пеной. Вот этот небольшой зазорчик. Потом лишнюю пену срезать и присоединять техноплекс. Вот пропенили угол. Сейчас начнем прикладывать техноплекс и перекручивать его на грибки. Тут еще небольшой косячок. Сделали, обшили углы техноплексом. Пропенили их. Теперь пойдем вниз доделывать этот угол и потом начнем толкать его пилой, чтобы была небольшая протекция, и вклеивать туда сетку. Следующим нашим этапом после утепления идет вот такая вот затирка, нарезание рельефа, так сказать, чтобы прилипала шпаклевка, штукатурка. В нашем случае идет клей. Идет вот такой вот клей СК-1000 для утеплителя. И сетка фасадная, стекловолоконная. Вот такая вот. Закончили вот один угол. Перешли ко второму. Второй тоже закончили. И сейчас будем его подрезать пену с него. Делать зазубринки пилой. И также вот как там штукатурить.